Здравствуйте всем! Сегодня я покажу, как обнулять ось Z на станке CNC Woodrouter 1 производства Каменского станкостроительного завода Твайт. Итак, приступим. Берем заготовку. Ну, предположим, вот такая заготовочка вот у нас. И закрепляем ее на станке. Закрепляем. Вот так вот закрепили нашу заготовку. Включаем компьютер и ждем, пока он загрузится. А блок управления станком мы сразу не включаем. Мы включаем его после того, как мы запустим матч. Так, вот компьютер загрузился. Запускаем матч. Вот он загрузился. И теперь запускаем блок управления. Блок управления запущен. И сейчас мы будем обнулять ось Z. Для обнуления оси Z нам необходимо найти центр заготовки. Находим его. Ну, предположим, он у нас будет вот здесь. В матче необходимо выставить ось Y и ось X в ноль. Выставляем. Все, центр заготовки у нас выставлен. А далее нам необходимо переместить шпиндель в то место, где у нас не будет производиться обработка. Ну, берем и перемещаем, вот, предположим, вот сюда. Теперь берем датчик обнуления оси Z. Вот так он выглядит. Вот щуп, вот датчик. Датчик устанавливаем под фрезу, а щуп на фрезу. Вот так вот делаем. Теперь в матче вот нажимаем вот эту кнопку. Обнуление. И у нас вот такие параметры. Пластина 19,3 мм, это высота нашего датчика. Подскок 3 мм, это высота, на которую фреза поднимается при первом касании. И скорость 200. А когда мы установили датчик под фрезу, нажимаем «Обнулить ось Z». Он у нас пишет положить пластину на заготовку. Мы кладем пластину на заготовку и нажимаем ОК. Теперь мы убираем пластину и перемещаемся на центр заготовки. И опять датчик под фрезу. Все. Ось Z обнулена.
И теперь мы можем приступать к обработке нашей заготовки. Так, датчик мы убираем, щуп снимаем. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мы можем загрузить G-код, нажать старт. И у нас начнется обработка заготовки. Всем спасибо. До свидания.